«Ак жаулығым, тұмарым». Областной совет ветеранов организовал конкурс ансамблей «Бабушек». Коллектив «Бабушек» яркий и оригинальный. Здесь собрались люди старшего поколения, объединенные любовью к песне. Бабушки. Они отличные воспитатели. Они не только выступают на сцене, но и помогают в воспитании детей. Ведут беседы, рассказывают о себе, делятся опытом своей жизни. Да, человек в любом возрасте может вести активную жизнь, быть полезным обществу. Этот конкурс имеет особое значение. Здесь собрались люди старшего поколения, объединенные любовью к песне. Ансамбль стал для них не просто творческим союзом, но и отдушиной. К каждому выступлению бабушки готовятся очень ответственно и стараются не подводить друг друга. Бабушки участвовали в конкурсах «Хызым саған айтам келінім сентінда», «Холунер зор унер», «Ан халық мураса». Балам, балам, балдырған, алсаң қолды талдырған, мұндай бала крейде жоқ. Жумагуль Бисимбаева – педагог с большим стажем, сейчас на заслуженном отдыхе. Приехала на конкурс Сараевского района. Она участница ансамбля бабушек «Аруана». Любила петь еще с юности. Ансамблю «Аруана» исполнился всего год. Сейчас в его составе в основном те, кто 30-40 лет проработал в швейном производстве в сфере медицины. Участниц собирали по всему району. Старший из нас 78 лет, младший – 63. В нашем составе есть даже человек-легенда – наша Кулкияш Омарова, которая первая в Москве во времена Советского Союза. По итогам конкурса третье место присудили ансамблю «Аруана» Аральского района. Второго места удостоился ансамбль «Ахажем Алтынхазнам» Чилийского района. Первое место у ансамбля «Аслажилер» Жалагашского района. Родион Лебедев, Динар Рахман, Айбек Жакешев, Турихан Кужахметов, телеканал «Кызылорда».